Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир, и это очередной полезный видеоролик у меня на канале. Пару слов о моем состоянии. Бля, меня все заебало. Так вот, периодически мне хочется удалить все и вся. Так я потерял 2 YouTube канала, аккаунт в Твиттере и одну группу ВК. Везде было по 2-3 тысячи пользователей, но эти каналы особой популярностью не пользовались. Может, и этот канал? Ладно, как бы там ни было, официальная позиция ВК по этому поводу звучит следующим образом. Удалить сразу все записи со стены невозможно. Мы не хотели бы упрощать жизнь кому-то, кто получит доступ к чужому профилю и захочет напакостить. Вы можете удалять записи только по одной. А если я хочу навредить себе сам? Дайте мне такую возможность! И на помощь приходит бесплатное приложение Инструмент 42, доступное как пользователям Android, так и яблочной продукции. Программа переведена на русский язык, и внутри даже нет никакой рекламы, но при желании вы можете поддержать разработчика. Интерфейс программы максимально простой. В самом верху есть окошко поиска, где можно набирать текст с интересующей вас информацией, например, друзья, и тогда Tool 42 выдаст вам список всех доступных действий, которые можно совершить со страничками ваших друзей. Например, посмотреть дату регистрации в социальной сети, узнать, во что они играют и как давно меняли свои аватарки. Можно всех разом их удалить или проанализировать активность и удалить только аккаунты мертвые души и так далее. Второй вариант взаимодействия с приложением – это блок с категориями, где будут отображены списки действий, раскиданные по различным категориям. Например, что можно сделать с постами на своей страничке ВК. Последовательность действий, которую нужно совершить, чтобы очистить свою страничку ВК. Хочу подчеркнуть, я не хочу удалять ее полностью, я хочу сделать хард-ресет своей странички. Просто обнулить ее, как будто бы я только что создал себе новый профиль ВКонтакте. Проходим в категорию «Стена», выбираем пункт меню «Очистка стены», далее нам предстоит выбрать, будем ли мы делать это с группами, владельцем которых вы являетесь, или это будет ваш личный профиль. Если групп у вас нет, то и выбирать ничего не придется. В течение 10-20 секунд Tool 42 будет анализировать вашу страничку ВК и после разобьет все посты по годам. При желании можно удалить посты, например, только за 2022 или 2021 год. Выбираем все года и жмем на кнопку «Удалить записи». Пока программа будет удалять записи с вашей стены, ее нельзя закрывать и нельзя переключаться на другие приложения. Также нельзя блокировать смартфон, так как если Tool 42 свернется, она прекратит свою деятельность. Затем проходим в категорию «Видео», выбираем пункт меню «Очистка видеозаписи» и повторяем все действия по шаблону, описанному мною выше. Затем проходим в категорию «Фотографии», выбираем пункт меню «Очистка фотографии» и здесь выбираем, что именно нужно будет удалить. Есть фото профиля, есть сохраненные фото и так далее. Фото профиля – это подкатегория, и здесь есть свои настройки, как и в других подкатегориях. Например, я хочу удалить все фотографии, кроме самой последней, актуально фото моего профиля. Тогда я выбираю следующие настройки. Ну вот и все. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. Если вы не знаете, что написать, то просто напишите до конца. Тогда вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Всем пока!